Европу накрыли мощные снегопады. В Германии и Австрии жертвами стали уже как минимум 9 человек. По прогнозам, в течение недели погода принесет еще немало неприятностей. Австрийские власти опасаются схода сильнейшей лавины. Уже эвакуирован целый горнолыжный курорт. Режим ЧС объявлен и в Баварских Альпах. Эксперты заявляют, что многие здания могут обрушиться под тяжестью 2-метрового снежного покрова.